Что вам хочу сказать, друзья? Это было жестко. Всем привет! Вы на канале Режим Спорта. Меня зовут Дима, и сегодня вам покажу комплекс домашних упражнений, которые помогут держать абсолютно все ваши мышцы в тонусе, без всяких тренажеров и спортзалов. Погнали! Первое упражнение – отжимания. Их будет 4 подхода. Первый подход делаем на максимум, до отказа. Но в счет идут только правильные отжимания. Держим осанку и слегка касаемся грудью пол. Как закончили, отдых составляет 2 минуты. Последующие подходы, которых осталось у нас 3, делим пополам получившуюся сумму из первого подхода. То есть я сделал 80 раз, делим пополам, получается 40. Следующие подходы будут по 40 повторений, но между подходами отдых будет составлять 60 секунд. Второе упражнение – отжимание обратным хватом или отжимание на трицепс, кому как угодно называйте. Здесь такая же система, что и в первом упражнении, то есть делаем на максимум, потом полученную сумму делим пополам и также разбиваем на подходы. 4 подхода будет. Для большей нагрузки можно поставить ноги на стул. Я сына! Ты за мной пришел заниматься? Третье упражнение – приседания. Встаем ноги на ширине плеч. Во время приседания спина прямая, пятки не отрываются от пола. Итак, погнали. Первый подход. Приседаем на двух ногах 60 повторений. После отдых 1 минута. Второй подход. Приседаем сначала на одной ноге, затем на другой, по 10 повторений. Если вам сложно, можно за что-нибудь придержаться. Дальше отдыхаем 60 секунд. Третий подход. Выпрыгивание или лягушка. Делаем 20 повторений, после всего комплекса отдыхаем ровно 1 минуту. Четвертое упражнение. Планка. Держим 2 минуты. Кому сложно, делайте 1 минуту. После выполнения отдыхаем 60 секунд. Далее нас ждет 6 подходов после отдыха, но уже держим по 15 секунд и отдыхаем также между подходами 15 секунд. Пятое упражнение – пресс. Упражнение «Складишок». Делаем 4 подхода по 15 повторений. Отдых между подходами будет составлять по 30 секунд. Ну вот, друзья, этот комплекс полностью прокачал все мои мышцы абсолютно. Без тренажеров, без спортзалов, без чьей-то помощи. Что мне для этого понадобилось? Комната 2 на 3 плюс-минус, зависит от роста, секундомер. И моя тренировка, в общем, в сложности не более 30 минут заняла, если делать все по таймингу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра!